Глава Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, чьи полномочия были прекращены 9 марта, обратился в административный суд с целью оспорить решение премьера о снятии его занимаемой должности. Об этом, как передает канал 13 со ссылкой на спутник Армения, говорится в послании армянского генерала. По словам Гаспаряна, официальный сайт правительства Республики Армения 10 марта опубликовал заявление премьер-министра о том, что он начальник Генштаба Вооруженных сил Армении, закону считается уволенным с должности. Однако позиция генерала остается неизменной. Как заявление премьера, так и весь процесс его увольнения являются антиконституционными. По его словам, это в очередной раз подтверждает тот факт, что разрешение нынешнего кризиса возможно исключительно при отставке премьера и проведении досрочных выборов. С целью обеспечения в Армении верховенства Конституции и права, а также реализации силы исключительно на основании права, я обратился в административный суд. Свою службу Родине и армянскому народу я продолжу в ином статусе, подчеркнул Гаспарян.